Спектакль Зареченского «Тюза» высоко оценили профессиональные театральные критики. «Бесприданница» Островского в постановке режиссера Андрея Шляпина заслужила в городе репутацию самой неординарной работы нашего театра. Однако вывести и показать спектакль на конкурсе проблематично. Слишком сложна его сценография. Тем ценнее стала возможность выступить на 7-м международном театральном фестивале «Золотая провинция», проходившем в Пензенской области. 11 профессиональных театральных коллективов из России, Германии и Израиля представили свои постановки на фестивальных площадках в Пензе, Кузнецке, Радищево и Заречном. Спектакли разнообразны, разного жанра. Мы представляем так, чтобы палитру всего театрального искусства могли посмотреть наши зрители. Что я хочу сказать, это что у нас в этом году сложилась такая фиша, что это все профессиональные театры. В течение недели участники творческого форума знакомили зрителей и жюри со своими лучшими постановками. Работа Зареченского театра юного зрителя приятно удивила конкурсную комиссию. Очень интересное решение, очень придумано хорошо, очень умно сыграно. Меня чрезвычайно порадовал актерский состав. Я должна сказать, что и в больших профессиональных театрах не всегда расходятся, особенно по мужским ролям. Вот так, ну, на мой взгляд, почти идеально это разошлось по мужским образам. И увидеть сразу столько замечательных, достойных мужчин на сцене – это особое удовольствие. Я думаю, что у него большая и серьезная фестивальная судьба. За спектакль «Бесприданница» Зареченскому театру юного зрителя присвоено звание дипломанта 7-го международного театрального фестиваля «Золотая провинция». А в ближайшем номере российского театрального журнала «Страстной бульвар 10» выйдет рецензия на постановку нашего «Тюза». Алина Храмова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».